Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы будем тестить разные сборки на робота Лео. Вот одна из этих сборок — это один Зевс и три Гекко. Это часто использующаяся всеми сборка и очень бесящая всех. Ну, не знаю, как всех, но Гекко меня очень сильно бесит, когда они у врага. Какие у нас новости есть, ребят? Ну, первая новость — это Редемер. Да. Редемер я вчера собрал, вот, то есть полностью. И задания ивентовские выполнял тоже. Вот, и ради... Ну, только из-за заданий, вот, я его начал собирать. Потому что, ну, во-первых, он мне очень сильно нравится, потому что он как таран. Мне кажется, что на Инквизитор он больше сочетается, чем Эмбер и два тарана. Но это лично мое мнение. Вот, поэтому... Как-то так. Смотрите, что дальше у нас. Значит, на Булгасаре я поставил арканы. Вот. Ну, там они вообще... Это, ну, не арканы. Это обычные уровни. Там только 7-й уровень, вот средний аркан. Вот, остальные оба 5-е. Но сносит достаточно нормальное количество хп. Далее на Хаече у меня стоит 2 восьмых и 9-й аркан. Вот. И на... Лево у меня стоит 8. Ну, короче... Так-то у меня вместо Лео должен стать Пурсор или Ховар. Кстати, на Ховара и на Лео. Нет, только на Лео мы сегодня будем тестить сборки разные. Давайте. Вот первая сборка. Это, ну, как вы уже видите. Отменить бой. Это три Гекко и Зевс. Начнем смертельную битву с вами, ребят. И первым делом как раз вот эту вот дальнюю сборку мы с вами возьмем. Дальняя сборка, это я повторяю. Есть еще сборка на Афидах и Санцелем, но мне кажется, она слабенькая сборка. А еще лучше этой сборки три Магнума и Анцель. Ну, надо будет попробовать, впрочем-то. Сейчас с вами попробуем. У меня следующий видосик будет про Ховара, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить от меня новое видео и всегда быть в курсе событий на моем канале. Итак, возьмем, давайте возьмем Лео, вот здесь. Чеченец 777, вот его будем атаковать. Сейчас посмотрим, как на дальнике ведет себя эта сборка. Не, ну так-то я знаю, что она ведет себя хорошо. Гекко у меня, ребята, 5 уровня, они очень слабенькие, поэтому дамажит не сильно. Но так-то я знаю, что эта сборка хорошая, потому что не один раз мы встречались уже. Это у нас... Ага. Начинаю его потихоньку дамажить. И так, пока я его не достану. Так, сейчас его. Все, ребята. Погнали. Берем Булгасари. Сейчас разнесем их тут. На Булгасари не уверен, что разнесу, но Хаечи на 100% разнесу. Тут без вариантов. Что у нас там? Ага, защита присутствует. Это либо Корж, либо Хаечи. Что-то из этого. Это Корж, да. Почему я не сказал Бульварк? Да потому что Бульварк, он... Не может так двигаться быстро. Ну или с Хиральд тут оказался. Вот, кстати, и Бульвар. Тоже на Зевсах. Так, там Бульвар на Зевсах. Давайте возьмем Хаечи. Но там много плазмы, поэтому надо как-то поосторожнее.
Так, он булок стоит там. А, нет, корж. Булок как чеченец, по-моему. Встану сюда, занимаю позицию. Так, хаечи, хаечи пошел. Так, там тоже на зевсах корж работает, так что надо поосторожнее. Так, сейчас занесусь сюда, пока что. Та-та-та-та-та-та. Так, там что у нас? Там у нас на зенитах работает какой-то робот. Возможно, фура. Ой, это, ну так. Так, вот тут, конечно, небольшие проблемки возникли с этим, с поддержкой со всех сторон абсолютно, поэтому не очень-то удобно было сейчас. Так. Вот у нас корж тут вступил. Эй, братан, не бросай меня. Ты чё, я последний робот. Ничего потом сделать не смогу. Так, если бы не он, я бы его сейчас уничтожила. Наверное, не знаю. Так, корж работает, надо его снять. Сейчас попробую снять коржа. Там никого нету, нет. Так, загнал все я коржа туда. Все. Смысла нет, он и так, ну, считайте, потерял уже своего робота. О, нормальная вообще тема. Со всех сторон, ребят, дамажит, я не могу разорваться на все части, чтобы... Так, сейчас попробуем его уничтожить, у того, у кого мало хп. Во-первых, перегода сейчас. А, его уже уничтожили, окей. Вот его сейчас уничтожим. Нет, все, поздно. Я думаю, он в меня летит. Один Рейвен. Корж, у которого капец как мало хп. Ну ладно, ребят, в принципе, вот я вам показал, как работает одна из этих сборок. Ну просто я выпускаю видео вот это вот сборки, да, лево. Потому что я думаю, что многим из вас лень просто вот собрать сборки эти и протестировать лево. Всем хочется сразу знать. Вот. Следующая наша сборка будет на магнумах, ребята. Да, следующая сборка будет на магнумах. Сначала мы сейчас попробуем с вами. Три магнума и этот Ансель, потом три магнума и Драбик. То есть посмотрим, как вообще поведет себя Лео наш. Если у меня сейчас Ансель там стоит, вот тут где-нибудь есть, валяется, то возьмем Ансель. Если не валяется, а возьмем мы с вами, ребята, Темпест. Давайте Темпест возьмем. Как думаете? Нет, давайте не будем отбрасывать. Вот, Эванджер. Эванджер можно взять. Эванджер можно взять. Вот такая вот сборка у нас будет. Сейчас протестируем эту сборку. И также протестируем еще одну сборочку. Она будет... Я не знаю точно, какая это будет. Но начальную сборку все, наверное, уже знают, что это за сборка вообще. Это три пина, и... Драбик, и три пина, и драбик. Это ни о чем вообще. Ну, на начале, если там, допустим, надо оборонять маяк, на который прям вот роботы уже хотят зайти, да, другие, то можно еще взять и в пределах 300 метров атаковать. Но, опять же, это только в пределах 300 метров. Ребят, ты в пределах 300 метров. Берем, ребят, лево.
Плюс у этой сборки в том, что тут есть и дальняк, и на ближней дистанции может атаковать. Вот как раз таки наши магнумы сейчас с вами действуют. Больше чуть половины, меньше половины хп нам снесли, больше. Нет, просто половина хп. Вот он еще один наш герой прыгает. Погнали на него. Ну, больше половины робота мы снесли. Это уже хорошо. Это говорит о том, что сборка неплохая. То есть мы снесли с вами. Это кто у нас там? Этот все не хочет уходить. Ждет, пока ему плюхи дадут. Мы почти, ребят, с вами снесли другого Лео, представляете? То есть Лео, вот эта вот сборка как раз начальная, она хуже намного, чем сборка на Эвенджере и трех магнумах. Вот вы сейчас, кстати, сами и видели. То есть была сейчас... Так, а что, тут пройти можно? А, нет, тут пройти нельзя. Печально. Не, я хотел предложить обойти, но думаю, не стоит, так как там он двое сейчас работают на той стороне. Вот и бросили. А, нет, сейчас трибучет бабахнет. Вот лошара. Причем вдвойне. Все, ему капец точно, это уже 100%. Какого следующего он робота возьмет? Рейджин, у него одни дальники, ребят. У него одни дальники, я думаю, так. Ну и вкачнул не очень хорошо, я думаю, потому что, ну, типа, Рейджин, то есть, два робота, ну, нахера ему Наташка на, допустим, бриллиантовой лиге, ну, нахера Наташка в бриллиантовой лиге, вот скажите. Угу. Флагс там, по-моему, да? Или чё? Чё это? Экзодус, что ли? Или Экзодус? Там Экзодус был? Надо посмотреть. Как только убиваем одного, сразу другой подключается. Вообще жесть. Все, выманило меня, и по мне жахнула требуха. Два раза причем. Три требухи жахнула. Я уже не знаю, какого уровня жахнули они, но точно знаю, что это требуха. Так, отлично, сделаю еще один килл. Вот тут без вариантов уже, я робота всираю просто, всираю. Потому что, ну, типа... Типа мало было. Теперь идем, ребят, с вами в атаку. Этот челик не сдается, прямо идет по жесткачу, но... Мы его добиваем на изи. Пурсер. Пурсер-колбасер. Идет. Дамажит меня. Так, мне надо сейчас по-любому инвиз включать, потому что ну, без него сейчас в данный момент никак. Вот это вот, кстати, сборка на инквизитор тоже очень актуальная. Ее многие сейчас используют, а больше всего используют сейчас на Экзодусе. То есть первое, ой, второе, третье место сборки на Инквизиторе. Это вот именно как раз таки Редемер и Эмбер. Вот эти вот две сборки как раз тоже актуальны. Но лучше всех сборка на Экзодусе. Но это не я так считаю, это считают многие игроки в Warrobots. Так, пока есть инвиз, уходим сюда, но по-любому по мне сейчас требуха жахнет. Тут без проблем. Нет, не жахнет. Потому что лох.
Потому что гладиолус. Так, видит меня. Я тут высовываться не буду. Отлично. По мне требуха жахнула. Сейчас будем ждать следующего прыжка с вами. Наши идут пока, но высовываться все же я не буду, потому что мне кажется, что он будет на меня сейчас целиться, когда выйду, потому что у меня меньше тут всех хп на данный момент. Это, кстати, мой последний робот, по-моему, да? Не помню. Главное, чтобы сейчас не уничтожили моего друга, мистера Фьюджина. Потому что, ну, типа, он с энергетическим щитом. Ух ты, как мне сейчас подфартило-то. Ой, А, нет, не подфартило. Сейчас я думаю, перекаде и... Ух! Да, наверное, сейчас перекаде. И это. Не-не-не-не-не-не. В смысле они? Блин, нахера подпрыгнул. Короче, вот этот вот меня. Уничтожил. Вот этот, видать, прокачанный парень. Потому что хаеч у него в раскраске. За эти 2500 голды просто так, знаете, обычный игрок не выкинет. Это либо донатер, потому что обычно у донатеров вот такие вот хрени есть. Ну, типа, и голда не нужна, у него много. И просто реально вот за 2500 нахера покупать окраску, не знаю. В принципе, вот, ребят, протестировал я с вами две сборки. А дальше выбирайте сами, что лучше. Магнум или Гекко. Так что всем удачи, ребята, и всем пока. Пока-пока.